Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. На вторых европейских играх гомельчанин Артур Беляков вместе с брестчанкой Ольгой Мельник завоевали 3 медали по спортивной акробатике среди смешанных пар. В субботу гомельско-брестская пара выиграла золото в балансовых упражнениях и бронзу в динамических. В воскресенье акробаты снова поднялись на пьедестал. Они стали третьими в многоборье и комбинированных упражнениях. На утро понедельника у Беларуси второе место в медальном зачете. В копилке нашей сборной 34 медали. 10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых. Напомню, гомельские дзюдоистки Виктория Новикова и Ульяна Миненкова, а также боксер Вадим Панков проиграли в предварительных схватках. Они выбывают из борьбы за медали. Гомельчанин Владислав Смягликов в первом бою одолел финского боксера, во втором – турецкого. На ринг также еще предстоит выйти Виктору Чваркову, Эмилу Алиеву, Антонине Аксеновой, Галине Бруевич и Виктории Кебе. Во вторник пройдут соревнования и по велосипедному спорту, где Василий Кириенко будет бороться за медали в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Завтра развернется борьба за награды и на воде. Свои выступления начнут гомельские гребцы на байдарках и каноэ. К другим темам. В минувшие выходные прошли очередные поединки чемпионата Беларуси. В 12-м туре высшей лиги футбольный клуб «Гомель» на домашней арене принимал мозырскую «Славию». Матч закончился со счетом 2-2. По итогам этого тура черно-красные сохранили свою позицию в турнирной таблице и остались на 7-й строчке. Зелено-белые опустились на 15-ю. Сейчас у них в активе 8 очков. В следующем туре гомельчане едут в гости к футбольному клубу «Минск», а «Славия» принимает на своей арене «Шахтер». В 11-м туре первой лиги «Локомотив» встречался на своей площадке с новополоцким «Нафтаном». Матч закончился победой хозяев 2-1. Светлогорский «Химик» одолел «Сморгонь» 4-0, а речицкий «Спутник» потерпел поражение от бобруйской «Белшины». По итогам тура в турнирной таблице «Спутник» опустился на одну строчку и занимает 4-е место. «Локомотив» поднялся на 3-е. «Химик» также улучшил положение и расположился на 8-й строке. В следующем туре «Спутник» едет в гости к «Корше», «Локомотив» принимает «Барановичи», а «Химик» тур пропускает. В Гомеле завершилось республиканское первенство по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. В турнире участвовали 4 областные сборные и команда Минска. По результатам турнира гомельские пары заняли 2-е и 4-е места среди девушек, 1-е и 4-е среди юношей. В общекомандном зачете женская команда стала 2-й, мужская – победителем турнира. Гомельчане как раз на прошлом первенстве 2018 года заняли 1-е места общекомандные, и девушки, и юноши. Мы уверенно боролись. Вообще настрой был хороший, но пошло что-то не так. Не хватило удачи. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь 4».